Всем доброе утро. Едем мы на завтрак. Смотрите, какая красота. Мы не знали, куда жать. И вот where I eat. Где я буду есть? Ну, правильно. Подсказочка, подсказочка. Ну все, выходим в ресторанчик. Вот. Здесь они очень горды, что продают Starbucks. Но опять-таки, Starbucks неплохой кофе. Но мое четкое мнение, что это не лучший кофе в мире. Море. А вот, давайте посмотрим с вами. Да, я пошла показывать. Мы вчера здесь уже были, уже кушали. Просто я спешила. И я не показала вам. Сейчас уже мы более-менее знаем, где что находится. Очень красивые, очень вкусные. Есть такие вот штучки. Называются пындыки, мы с Наташей называем. Тоже классные, хрустящие. Начала я, в общем, со сладкого стола. Хлебчик, булочки тоже свежие. Среди сосиски очень вкусные. Надеюсь, что принесут. Вот. Потому что никого нету. Завтрак начинается с 6:30. Мы встали в 6 и уже вот в 6:30 уже здесь. Вот, смотрите, это масло. Дальше всякие джемы, добавки и мед. И соки. Соки сильно фреш, арбузный. И вчера вот я пила очень вкусный апельсиновый. Стаканчики, конечно, как она сказала, чтобы не питься. И вода вот стоит, надо наливать. Вот, фу. Идем, сейчас Наташа будет нам показывать, открывать. Посмотрим, что у нас на еду. А я хочу, смотри, это мисо суп. Да, мисо. Накладываешь на так, подожди, а во что накладывать? Прикольно, спасибо. Я бы хотела. Да, сосиски вкусные. Честно, сосиски и обалденно. Картошечка. Вчера здесь пицца была, а сейчас жареный бекончик. Смотри, что какая. Здесь есть. Вот красота вермишелька. Боже, я уже все хочу. Да. Так, что это? Это вот была фасолька вкусная. Мы в Джеддафе очень увлекались. Грибочки. В очередном нашем отеле в Дубае. Даже где там лет безумно вкусно. Сегодня что-то... Не буду заказывать яичницу. Там парень жарит здесь яичницу. Я вчера заказала. Сегодня и я закажу омлет. Дивись. Ух ты. Побудем китайчатами. Пельмешки. Так, что это? Боже, яйца какие-то в этом. Такие яйца в чем? Это такая вермишелька очень вкусная, кстати. Обалдеть, уже кто-то кушал. Потому что на лепешечке лежит. Ой, что это? Якась себе кашка, не знаю. Кашка с нутом, нут, по-моему. Да. И вот еще что-то. Балела вчера это какая-то. Была какая-то рисовая каша, да, это какая-то болела. В общем, не болей, не желаю вам не болеть. Это фасолька. Фасолька. Рисовая каша. С добавками, приправами. Вот. Смотри, лучок, что там, кориандр. Ну что, переводим на газ. Кофе вкусный, кофе да. Классный. Вот ясно. Надеемся, двойной эспрессо и все. Ну подожди, можно здесь вообще это? Ну, надо. Вчера тоже звали кого-то. В общем, кстати, надеюсь, сними, что починят. Мне нравится, как перевернутый бокал. А, да. Наташа постоянно все замечает. Интересно. Чаек есть. Это, кстати, вот, пошли уже. Ничего, это чтобы лапку не просовывали, так, опа, тебе так, бам, трогать. Так, что тут это, всякие, значит... Я вчера пробовала здесь одну из видов колбаски, чевичи. Ну, вкусно. Горчичка, огуречек соленый, потом что-то, и другие, огуречек соленый, тоже какой-то, что это, я не знаю, это какие-то, это... Курочка, потом эти... Курочка, это хлеб, это хлеб. А, это хлеб. Затаран, да. Миндаль порезанный, да. Сырок, камамберу и что-то и миндаль очень вкусный камамбер. Это рыба? Кстати, макрель. Копченая макрель. Капперсы, что там, халапенья. Где капперсы? А вон капперсы, макрель. Моллюски. И тут, смотрю, их столько много. Редисочка, лимончик, вяленые помидоры, что тут это. Оливки. В общем, сами смотрите. Резанные яйца. Выбирайте свою тарелку. Но не острые. Не острые, а кислые. Как сделано прикольно. Берешь и кушаешь оттуда? Да. Чтобы не наесться или чтобы не объесться, это что такое вообще? Это диета у кого, друзья. Диета здесь тоже приветствуется, смотрите, вам помогают. Помидорки чили офигенные вчера. Я пробовала очень, да? А мне вот это было, я не знаю, как это называется. Даже говорят, все очень здорово. А хумусики вчера были? Хумус, варианты хумуса, варианты лапне. Вот еще всякая зелень. Да. Вообще хорошо все оформлено, смотрите, как оно сделано. Да, и никого нет, потому что говорит, бежим, сегодня суббота, много людей будет. Ага, ничего. Сейчас подожди, вот уголок Старбакса, да, где они продают Старбакс. Это вот... Старбакс? А, это не Старбакс, не знаю, думаю, что... А, да, просто продают кофе.
понятно, они продают, бери себе, кушай, ну что с тобой? Это эти... Ну, это добавочки. Ну, я уже вчера не размерила, так держали. Всякие вот эти вот, финики есть, потом сушеные папайя, семечки, мед, сушеный ананас, изюм, ну, и... берешь это... Коричневый сахар. Берешь овсянку, насыпаешь себе и запариваешь. Прикольно. Я думала, это кофе. Нет, это где Starbucks продается. Ну, давайте еще к вкусняшкам подойдем. Это греночки. А вчера здесь блинчики были. Да, кстати. Еще тоже кленовый сироп, шоколадный сироп и клубничный сироп. Потом дыня, апельсин, йогурт. Это вкусные штучки. Мы во взрослые увлекались, ели. Это вот вкуснотенюшка. И вот такая же есть, да. Яблочки. Есть мюсли, а здесь в йогурте какой-то джемчик. Тоже добавки всякие. Яблочки вчера мы брали с собой вкусно. Ну, так это, смотри, из манго и грейпфрута что-то. Как тоже манго, йогурт, арбуз и всякие еще. Вот. Посмотри, драконий фрукт. Драконий фрукт. Кому интересно. Ну что, идем на наш столик или поближе садим? Я не поняла, там какой-нибудь дорогие Да, вчера этой штуки не было. Так, не знаю, как ты сказала, что что-то китайское. Я думаю, что мы покушаем быстрее, чем здесь начнут что-то готовить. Да? Правильно, мы же как бы на пару дней. Вот, да, какие-то соусы. Какой-то департамент здоровья, награда какая-то, еще награда. Ловаться прям, ну шикарно. Ну, я не знаю, по крайней мере, что-то происходит, но не знаю, сейчас же не будет много людей, я думаю. Захотим, пересядем. Вот наш столик мы вчера здесь кушали, удобно, как из-за засады. Иногда, конечно, вот кондеры мы отсаживаемся, чтобы нас не продуло. Ну, здесь тоже классно сидеть, смотрите, прям видно улицу, сидишь там, о, люди там ходят на работу, классно, ты на работу не идешь. А тут кондер тебе такой, на, в шею, такая, не, ну как же, ребята, как же так. Так, все, пойдем набирать, да, потом все покажем. Так, друзья, мы решили пересесть, потому что Наташа выяснила, что она уже кочегарит так. Да, уже запах такой идет. Да. Вот, яблочки видела, да? Да, я показала. Одевайте, короче, свитерки и все остальное, когда идете в мол и вообще кушать, знаете, что в Эмиратах кондеры гадят. Вот такой вот классный столик, уютный. Нашли, и даже, смотрите, сверху и кондера-то нету. Себе супца, наверное, правда, особо супер. А, давай, давай, нет, ты попробуешь, я покажу. Стаканчики, чтобы не отбиться. Да, я уже показала стаканчики, чтобы не отбиться. Я, кстати, попробовала арбузный сок. Отхлебнула не очень вкусный. Хочу апельсиновый, потому что апельсиновый сок я реально люблю. А вы что-то закушались? Не, ну реально, слушай, ну не вкусно. Что я должна кушать? Ну, такого цвета странного еще. Ням-ням-ням-ням-ням. Водоросли вместе с этим, стол. Пойду покажу сок просто. Еще такого... Да? Такого цвета странного. Сейчас покажу вам. Я уже его отставила так наверху. Сейчас. Вот он стоит, светит цвет такой. Вчера был такой красный. Здесь арбуз какой-то, может, не спелый. Сейчас возьму его. Такая, знаете, водяной такой. Мы еще в мол идем гулять, ну, чтобы постоянно по туалетам не бегать. Ну, Наташа там попробует. Знаете, в таком хорошем темном интерьере все сделано, он как-то классно, как-то классно, похоже на дорого-богато, хотя отель 3 звезды. Посмотри, какого цвета сок, вчера он был красный, здесь он какой-то белый. Я думала, это грейпфрут. Нет? Это арбуз. Попробуй просто, я же говорю, что я его отставила, но за ним, конечно, написано watermelon. Ну как чуть-чуть такое с водой разбавлено, не знаю. Мне не понятно. Я же говорю, что непонятно. Но не испорчено. Поэтому беру апельсиновый и иду набирать свою тарелочку. Вкусно, да? Ну я рада. Наташа любит вот такой вот суп. Ну, ты знаешь, просто. Что там еще во Вьетнаме? Суп хо. Фо. Фо. Ой, Наташа очень любит. Вообще в эти азиатские супы, там целые кастрюли практически съел, но утром и все. Целый день свободен. Сейчас я вам покажу просто этот вот автомат. Как здесь надо оп и передвигать. Первый раз такое вижу. Сейчас будет два эспрессо. Чашечка здесь. Чашечка. Ты вчера зачем-то сделала себе большую чашку. Так, попадет ли? Попадем ли мы? Так, обратно съехала. А нет. Два эспрессо. Так. Все, начинает делать. Главное, чтобы попало четко в чашечку. Так, у тебя тут, по идее, вода и кофе. Вот, вариантов много, вот оно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну вот, видите, поставить надо, уже мимо чуть-чуть.
вот одно эспрессо сделается, а потом второе эспрессо. Он будет показываться. Так что пролили мы с вами немножко, но ничего. Надеюсь, ничего не повредили. Это чай прикольный. Вот. Любит этот English breakfast, он вот, хороший черный чай. Вот, пойдем сейчас покажу мою тарелочку. Расскажем, что я когда вот кофе только что пролили мы с вами, так надо было эту штучку упустить, девочка мне показала. Ну, извините. А ну, давайте покажем Наташе. Так, тарелочку рассказывай, что у тебя за вкусно. Значит, вермишелька, потом овощи очень вкусные парные, потом вот этот омлетик красивенький, вот это я не понимаю, кашка якась, потом яйцо в карри, потом нухт, и вот эти вот штучки, я даже не, ну как они называются, пельмешки по-японски, чешо. Давай, отодвигаю, давай тогда тоже присяду. Боже, как они это делают? Что именно? Я уже сказала, что суп был потрясный. Да. Он вроде и пустой, но как бы это же бульон вместе с, это, с водорослью и сыром, да, тофу. И бульон потрясающий. Это можно вилкой колоть, никто не обидится. Ну да, суши же нельзя вилкой есть. Что это с чем? Это не рыба, не креветка, но какое красненькое. Или мясо. Рыба? Креветки? Она не вкус рыбы, но, по-моему, тут креветка. Мне тоже кажется, что это должна быть с креветкой. Очень вкусно, да, креветка? Интересно, креветка. Вообще уже. Ну, классно. Это мы хорошо зашли. Второй день, мы здесь 3 дня в этом отеле. Отель, повторюсь, подбирали, потому что автобусная остановка рядом и мол рядом. Повара тут вообще шикарно готовят. Все подсолено как надо. Вкусно, потрясно. Угу. Так, сейчас показываю свою тарелочку. Перевожу взгляд. Наконец-то тоже... Олечка не пустая тарелка. Да, порадуйтесь. Омлет, вермишелька, помидоры, черри, оливки, картошка, сосиски вкусные. Вот такая штучка, как у Наташи. Пельмешка с креветкой, грибы, фасолька вкусная такая, рисик. Ну, в общем, есть чем поживиться. Будет вкусно, я уверена. Вот, кофеек взяла, сок взяла, арбуз Наташе оставлю. Водичку взяла. Приятного. Наташа кричит, повар вышел, сними его, он худой. Да, он вчера мне очень вкусную яичницу приготовил, еще вынес сосиски, уже вторая порция сосисок прошла. Чтобы вы понимали, прошла только 31 минута, 7:01. Вторую порцию сосисок вынес туда, сосиски дико вкусные. Да, сегодня, я же говорю, сегодня суббота, ромашка. Встали и побежали. Да. Ну я встала, а Наташа еле встала. Ну, так что ну, не надо мне говорить. Сказали. Вот мой сладкий стол. Знаете, мы так объелись, не знаю. У меня огромная тарелка, и Наташа объелась своей. Ну ничего, я мысленно отжимаюсь. Так что... Наташа сидит сейчас и говорит, даже не знаю, как сладкий есть. Кофеек выпила, двойной эспрессо, просто класс. Вот такую штучку взяли. Пынды, как мы называем, попробуешь. Она же говорит, хрустящее тесто. Вчера был круассанчик, и вчера я взяла такой с овсяночкой, а сегодня вот гранола в йогурте. Ну, очень классные штучки, класс, чтобы у нас. Там клюква или что-то такие, да? Очень свежие. Симпатично. Да, ну что, свежие, вообще выпечка, тогда класс. Значит, пробуем гранолку. Ну, там орешки какие-то еще, наверное, грубые волокна пшеницы. О, это гранола называется, да? Грубые волокна. Это гранола с йогуртом. Даже вчера брала какие-то мюсли, забыла какие-то мюсли. Тоже такая, как кашка овсянка внутри, ну, вкусная, сладенькая. Мне баночки эти нравятся. Да? Это йогурт делать. Простой. Ага. Не сладкий. Не сладкий. Эти штучки добавляют такой вкус, но это же тоже все. Фитнес. Никаких лишних калорий, это классно. Знаете, вот чуть-чуть. Поел? Кофейком и вкусно. Классная сладость. А потом за кадром взял, навалил себе пельмешек у Тохи, это картошечки, да, это до сосисочек и вперед. Сосиски волшебство здесь просто. Угу. Бо не обдурите. Все такое вкусное, апельсиновое вкусное. Арбузный сегодня цвет такой аж беловатый. Вчера был красный. Я думала, что это грейпфрут ты несешь. Странно. Но вчера я просто... Ну, не поганый, я не понимаю, он не испорченный. Может, он... Слушай, он, наверное...
ой, боже, хотела сказать, не свежий, как это слово называется, не созревший еще, хотя по вкусу вроде, уже не сахар добавили. Зачем давить не созревший арбуз? Ну ладно. Ну арбуз остался, надо что-то, чтобы. А в наявности, по-моему, будто два сока, из чего они сделают? Из этого, питахайи, так не. Завтрак супер. А до речи, есть и сок из питахайи? Ну, из драконьего этого фрукта. Что там из того? Не, наверное. А, нет, делают смузи делают. Ну, там сок особый. Не знаю, пишите. Кто-то пробовал, кому-то нравится. Мне особо не нравится та питахайя. Ну, даже расположено, надо здоровое есть. Здоровое питание приносит удовольствие. Угу. Наталочка вроде как ходила за сладким, но вернулась Наталочка с красивейшим подносом. Нет, с тарелкой. С такой. Наталочка, знаешь, мысленно отжалочка. Так, смотри, так, вот эти вот эти всякие зелени, красота. Наташка это любит. Хумус, затар, вот эти все мяски, которые было хочу попробовать, что оно представляет, каперсы, вот все макрель, сосисочки. Попробуешь каперсы и макрель. Вяленые помидорчики, что тут, оливочки, вот все вот штучки вкусные. Мне это вот нравится, да, мне так вот умиляет. Это, знаешь, это я взяла, что... Еще в таком горшочке. А там был еще вот это розмарин. Что? А, это перчик, розмарин, да, вот это вот брокколи, и огурцы, и вортом. Еще было такое длинное, вот это спаржа, по-моему. Дай попробую хумус, потому что хумус не всегда вкусный. Ты взяла нормальный, поэтому я думаю, что он вкусный здесь. Там не потому, что ты взяла, потому что отель как бы, ну, вкусно готовит, вкусно. Что такое? Так, давай. Ну что ж ты не можешь взяться? Ну спеши, не спеши. Просто начала играть музыка, и мы должны говорить, иначе YouTube забанит видео. Классно. Завтра просто в оливковом масле. Не горький, не соленый, не как это, не кислый, не вообще супер. Класс. Хочешь попробовать? Хочу каперс. Ну вот новая макрель попробуй, пожалуйста. Хочу, что это рыбу попробовала копченую. Это очень необычно, когда рыбу дают на завтрак. Вот я, может, ну, вы говорили, если не увидели, удивились, не знаю. Ням-ням-ням. Может, из-за запаха. Ням-ням. А лучок на завтрак нормально, да? Ну, лучок нормально. Свежий, да? Бактерии убить после ночи. А что в ночью? Ночью сыны. Слушай, рекомендую, кстати. Потрясающе. Отлично. Даже такое впечатление, что как там, горячего копчения, да, по-моему? Горячего. Такое, когда прямо... Я после булочки и вкусного йогурта с гранолой уже не хочу. Дай вот это попробуй. Я не знаю, ела такое когда-нибудь, я не ела бы. Ну, здоровое питание прям тоже вообще найдете варианты. На третьей тарелке здоровое питание. А в Турции как выходишь, сразу уже оп. И шаурма? Да. Первые три дня на он инклюзив всегда самые тяжелые. Твердоватое и не сочное. Вот это я не очень люблю. Но, наверное, безумно полезное. Кстати, мне раньше не нравилось. Вот это как это белая плесень, а в этом вчера, да? Я попробовала, очень вкусно. Это я оставлю с кофе. Я не знаю, куда положить. Сырок с кофе, ну ты как его? Нельзя. Да можно. Как это? Эстет. Ну ты эстет, аристократ. Вот это мне понравилось. Такой вид. Такая яркая тарелка, у тебя же прикольно. Да? Яркая тарелка, яркая футболка с тигрой. Тоже где-то за пару долларов в Эмиратах купленная, прикольно. Кстати, друзья, хотели вам сказать, кофе с собой брать здесь можно. И еду можно. Да. Мы вчера два яблочка выносили, Наташа подумала, что на нас посмотрели странно. Нет, это нам просто улыбнулись. Вот можно взять кофе себе, взять с собой, может так и возьмем. Ну что, Наталочка сидит грустная, наелась. Еле добила тарелку с овощами. Говорит, а сырок, наверное, кофе возьмем с собой уже. С овощами. Две пельмешки. Хумусик еще был, пельмешки. А сосисочки. Вкусно, очень кормят, очень вкусно. Очень довольны мы завтраком, да, Наташа? Наташа довольна и уже не может реагировать. Я что-то слаба стала, я не понимаю, что это так. Что тут есть было? Ну, классно, вкусно было, кофе отличный, кофе можно взять с собой и сладости. Я даже вот это все съела практически. Кстати, я не знала, что розмарин можно так и так. Не, я попробовала, мне какой-то как траву ем и запах такой горькой травы еще. Понятно, что трава. Розмарин ели, все попробовали. Что пишите ваши впечатления про завтрак, про отель. Желаем вам доброго утра, доброго дня, прекрасной ночи.